Кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в аварию на трассе Старошины-Калараш. По данным СМИ, глава государства пострадал и уже доставлен в больницу. Отмечу, кортеж попал в ДТП с грузовиком, в результате чего один из автомобилей перевернулся. Полиция подтвердили факт аварии, но не стали предоставлять какие-либо подробности. Ранее СМИ передавали, что в ДТП в районе милицейского поста Мюсера погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. Его машина столкнулась с автомобилем, выехавшим на полосу встречного движения.